Я Мира Даровская. Я продюсер, сценарист и режиссер. В данный момент я снимаю фильм о встрече на Эльбе. Сценарий написал мой муж. Он давно вынашивал этот проект, давно написал сценарий, но до сих пор не удавалось это осуществить в связи с всякими обстоятельствами. Сейчас, в связи с тем, что грядет юбилей окончания Второй мировой войны, я решила взять все-таки на себя эти хлопоты и довести это дело до конца. То есть снять фильм о том, как оканчивалась Вторая мировая война. Кино снимается долго, примерно около года. И я планирую снять именно 9 мая следующего года. То есть весь этот год я буду заниматься производством этого фильма. И надеюсь, что к юбилею, через год, фильм будет у меня готов и будет показан. Я представляю себе такой вариант, что если все захотят принять в этом участие, то мы вместе все эту картину сделаем.